Вы за Даню Кашин или Кашинцова? Ой, или за Руслана Кразимегахэла? Нам надо сразу понимать. Здравствуйте. Привет. Мы хотим учиться кей-поп танцам. Давайте. Я готова? Да, да, меня Влад зовут. Так а Марго? Нам музыка нужна. Лиза. Меня Володя. Знаю. Марго, я в тапках Саня. Танцую, не против. Я Володя. Чё там? Извините, наверное, наша ошибка, то, что мы решили танцевать в тапках. Ну да, желательно... Без тапок. Она же самая первая ошибка. А в кроссовках нельзя. Да? А знаете что? Ну в кроссовках... Знаете, как я вам сказал? Какой-то парень тут ночью забежал и разбил тут банку пива. Как пацаны, будто не в тапках страшно. Ребята, двиньте это. А думаешь, лишнее? Да. А можно подключить сюда куда-то вообще? Wi-Fi? Нет, нет, только музыки, колонка. Мы можем подключить компьютер. Мы можем включить. Ну, на ютубе, наверное. Нет, не получится. Почему? Мы можем сами найти трек, который нужен. На ютубе нам размяться немножко. Много стесняюсь. Вы хотите говорить, Марго? Давайте мы да. Как с вами, на ты, на вы? На ты. Сколько тебе лет, Марго? 18. А, 18. Ну мне уже... Ты мне в дочке годишь. Давай сейчас... Ну, вот так. Сейчас потанцую. Давай, иди учи. Включай. Что включить? Музыку. Да, ты алкаш, он вонючий. О, все, допи***ся, я сплю 40 минут на... Не спишь, пока, не 40. Пока ты свой жирок отрицаешь, Санёк отдыхает. Не спишь, не 40, вообще не близко. Нет, а ночью вообще не спали. Саня 40 минут да. Отдыхает ровно. Он целый шпил и головом спалит. Видно, на самом деле. Знаете что? Я, как Кашинцовка, просто топила за своих фанатов. Ой, за своих айдолов. И я не могла сегодня уснуть. Руслан, приезжай тоже будешь... Короче, Руслан, учись. BTS на концерте выступишь с этим... Интернет... Да, Русь, у тебя ж тур будет. Выпусти нас на подтанцовке, на трек какой-нибудь. Сегодня будем женский танец. На прицел. Не, а может мы... На прицел, выпусти нас на подтанцовке. А может мы изучим танец какой-нибудь, типа такой, знаете, Руслана Крези Мегахайловский? Да, Вов. Ну, давайте я с телефона включу. Кей-поп. Нет. Да, но главное, чтобы чату было заебись. Да, просто ну да, я сюда положу просто, близко. Надо. Что надо? Давайте я включу просто тогда с телефона. Да, своего. Да. Вот, сюда, вот, я вам сейчас сделаю подставочку вот тут. Да не, просто надо, чтобы не громко, чтобы не глушило. Саш, ты такой не трогай вообще никогда. Еще раз уже скажешь, я 25 минут спать буду. Ты не будешь спать. Да, ты уже напитал на 40 минут сна. Саш, что, вставай. Давайте встаем. Ой, бля. Сори. Короче, встаем туда, чтобы комфортно всем было. По росту? Не по росту. А где бургер? Артём! Бургер! Ой, смотри, ты старшой уже его. И меня не надо, старшой его. Тихо, он отвернулся. Давайте уже нормально, встанем. Тёмыч бургер. Влад, проси его! Тёмыч бургер. Артём! Пойдём танцевать! Давайте, надо уже. Я готов. Ну сейчас у нас просто один человек спит немного. А вы знаете, вот я на самом деле без пи***к танцую на капоэру, реально. Кого? Докажешь? Ну только если песню подходящую найдем. Кто-нибудь вообще танцевал когда-нибудь? Да, капоэру. Ну кроме тебя. Я танцевала кей-поп на самом деле. Да? Вы тебе видно. Верь, я такой родной. Давай, иди достань фрутоняню, выпей и пожалуйся на свою жизнь. Микрофон выключить, да, можно там выключить, чтобы ты понимала весь вайп. Это было очень смешно, я говорю, это прям угар. А наши наряды вообще под... Нет, конечно, да нет, да это просто так просто. А наши наряды подходят под танц? Ну, главное, чтобы вам комфортно было, да. Главное, чтобы широко было. Мне кажется, нам очень комфортно. Тебе, слушай, тебе подрастили на сантиметров 30, мне кажется, тебе комфортнее стало жить. Ну, все? Да. Где вставать? Все, давайте туда. Самые высокие, давайте в последний раз. Последний? Ой, последний ряд, простите. Последний раз, последний раз. Можно покипим 40 минут в комнате. Давай сюда иди. Да нет, надо поставить танец. Сюда? А, да. Вот так. Да, вот так, чтобы было видно всех. Туда немножко, направо. BTS. Давайте разомнемся хоть как-нибудь. А, без тапочек, да? А здесь нормально, если музыка будет играть? Да, да, нормально. Короче, мне смс-ка пришла, бугра ноги, бананы сгинили, он не мог там Да.
А сейчас ты гонку даешь? Просто я больше по облому угораю, а что на каком все? Бля, Пашкак, я диван. Встреча! Левая ручка за
потом два. В этот момент мы идем вперед. А ты знаешь новый шаньфу, потому что то, что они не могут выступать, потому что их парни забрали. Потом
получит от трейдера и руки вверх. Бу! Бу! А давайте все вместе. Бу! Бу! Испугался? Не бойся! Левую ножку отставляем отсюда у нас 8. И левую ножку. Бум, упали. Раз, два, и три, четыре. Четыре будем дальние нога. Еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Да. Могу показать. Давай, давай. Молодец. Нет, человек в интерполе. Так, заново, еще раз, дальше. И пять, шесть, семь, восемь. И раз, и два, и три, и четыре. Дальше руки у нас, давайте руки разберем, у нас руки кулака, сгибаются крест. Задолжно. Потом показываю спину, потом крест. Через верх. Тебе, да. Еще раз. Крест, левую руку сверху. Как понять левую руку сверху? Вот так вот. На правую руку. Раз, два, три, четыре. Да, блядь. Да, через верх. Еще раз. И раз, два. Не забей на меня, Стефан. Я не могу. Это дети делают, да? Ну да, дети просто потому что. А я хожу раз ебал, как я. Да, ты не представляешь, что я хочу спать. Саша, танцуй. Мы заново меня всех хамрут и ебал без угара. Вообще, барабану. Знаешь, как будто я немного не готов. Так бахни еще, ты что? Так, давайте мы вот мы пришли 8, да? Только мы пригнали. Раз. Два. У нас вообще одинаково. Мы видим, что ноги, да? Будем стоять на месте. Раз, два. Дальше. Потом наверх. Да, наверх. Три, четыре. Потом крест. Пять, шесть, семь, восемь. На сурдане мы делаем постоянно вот это движение. Это вообще очень быстро все повторяем. Это прям быстро. То есть, типа, ну там. И, два, три, раз, два, три, четыре. Да, да, больше не будет. Да, давайте попробуем. Смачно кончил. Стало стыдно, что за бесплатно. Решил заплатить. Спасибо, Марго. Пропускай, мне интересно, ребята, это враги. Я не успел пропустить. Гадость. Гадость. Враги. Давайте еще раз сначала поговорим, да? 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Чуть кружок, на три, чуть кружок. Три, четыре, уже придем. Пять, шесть, семь. Восемь.
вообще понятно. Вообще круто, непонятно ничего. Вообще. Восьмерки сделаем, просто восьмерки сделаем. Ничего страшного. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Don't worry, be happy. Be happy, because... Так, ребят, я боюсь, что вы заболеете, вы потные. Нет, Саша. Наверх. Нет, оставь. Ну, такие что-то, пиздец, жарко. Просто какие-то ванны дули? Нет, жарко, пиздец. Все, ребят, просто меня все подрос ебал, я извиняюсь. Я не могу вот этот кей-поп танцевать, меня пацаны не поймут в чате. Извините, без обид, реально, типа, блядь. Я не для этого создал, я. Мне пацаны, они понравились. Я таким не хочу. Я не стал. Такие танцы, танцуют в портфеле сал в школе, ёпта. И нахуй хапсы за бомжами докурил. Лучше ебанутый, что ли? Да, это просто дискурсия. Дальше. Мы падаем, переносим вес на правую ногу, я не поднимаю. Да, еще раз. Вот вы прыгнули 8. На правую наступаете, чуть падаете, проседаете. Так, вниз, согнулись на правую ножку. Я не поднимаю. Потом бух. Через говно даже на сцене переживаешь, а вдруг он громко эту хуйню играет. Кринов и полк нахуй, ну джангагик это же слышал, блядь. Ну я лично только джангагик это слышал, я хуй знает, я же эту хуйню вообще не выкупал. Вот так нормально? Если я просто скажу. Сань, сигареты пошел нахуй. Пошел нахуй. Не забит, пошел я нахуй, Саня. Я какие-то боты нахуй. Алло, покемали на кухне. Бля, завод реально будет красный сняло О, ты ебать убьется, я сильно заметил на мне зуба. Только потом нарвал вот это. Хуже он кайфует. Мне нужны такие дружные. Мне нужны такие дружные. Потом кайфует от этой дружины. Мафанец делает просто конечно, он сука все правильно всегда делает. А я говорю, он кайфует. Короче, не понимаю себя. А сколько там еще без зуба? Я уже понимаю. Я все, я уже восстающий группу. Давайте все заново соединимся. Нам, знаете, нам нужно успешалать, как это вот... Потому что пишут, если что, что им громко, пиздец. Ладно. Ты... Ну что, и потише надо там. А что там было? Ладно, короче, давайте заново. Вот так нормально? Пять. Я говорю, то, что я только Джон Гаррика слушаю. Если пацаны на трапе узнают, что я вот эту тему танцую, мне пизда. Я нахуй только Джон Гаррика уважаю. И Трикстера. Все, только Джон Гаррика и Трикстера. Я не буду танцевать, без обид. Потому что вижу проблемы с этим. Вот вы пришли, да,
раз. Сука, кей-попер же в чате пишет, Саня, тихо, ёп. 4, 5. Иди на стрим Санчунджунку своему нахуй, ёп, когда, блядь. 7, 8, быстрее, и 1, 2, 3, 4. Там слышно сейчас музыку-то, блядь? Типа за ладоса я могу вместе. Он просто всегда все пиздат делает, что бы ему не предложили. А Лаван, сука, кайфует, он прям зубки зажимает. 6 и 7 и 8. Помним куда же? На 8. Да, вот, потом вот так вот ручкой. 8 и раз на правую. А, да, на правую мы садимся, левую сразу же поднимаем. Раз и... За Лаван прекрасно не будет. Ручки, смотрите, мы чуть-чуть... Владос, чуваки из трапа задонатили. Спрашивают, слышишь, Владос, чуваки из трапа задонатили, спрашивают, ты танцуешь, потому что тебе кайфово или потому что ты видишь, что там просто разминку бицепса? Да не, я могу и маленьким приехать ответить, мне в принципе плохо, просто интересно. Ну, Владос, да. Даже если, короче, Владос за кей-поп даже не предъявить, понимаете? А Саня все это время хвастается демкой? Братан, я фапа. Бля, охуенное слово. Помните, помните, как был мем фапа? Фу, блядь, какой фапа. Всё, Сань, давай, тихо. Сначала. Танцуйте. 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И соединили 8. И раз. И чуть-чуть, смотрите, вы на левую ножку встали, чуть-чуть поднялись. Рука. От себя и потом да к себе подняли ножку. В ём-то, если я вот эти танцы пританцевать, там паркет меня придётся, нахуй, я посижу, пизду. Пизду, пацаны меня не поймут. Не пойду, нахуй, пацаны меня не поймут. И к себе два пальца. Да, вон, еще раз. Давайте только руки. Раз. И два. Сука, ты Оксимирон ебашь, пиздец, только не китайский. Раз, два, три, так нормально ли убежим? Пишите, я смотрю чат, если что. Громко? Вот так. Просто ребятам не слышно ритм, понимаете? Типа я ты че ебу, блядь? Че делать? А давайте я вам просто буду битбоксить, и вы ебашить будете. Тише! Потому, вот так нормально сейчас? Да не просто поднимаем, а мы прям опускаемся. Не встанет Владос, как все нормально. Наверное, Владос, я приду. Потом встанем наверх. Нет, ты слышишь, нахуй. Потом встанем наверх. Да. Ну там, там, 8. Слышите, Саня, нахуй, я не понимаю, что. Да, да, да. И раз. И два. Третью вашу ручку проворачиваешь. Раз. Посмотрите, какой он лечил, сука, он не будет вернут, он реально увлекся. Типа, Владос просто типа на сваге, вот вы со сваги двигаете. То есть, если ему за кей-поп приверится, нахуй, ебальник он разобьет. Вот, он не разобьет. Саша, заебал пиздец! Пиздец, он даже говорит, блядь, типа, настолько он лечил, он его кайфует, блядь. 6, 7, 8. Либо вы меня сейчас вырубаете, либо я вас сейчас вырубаю. Блядь, заткнись! Все, вопрос нет. 8. Вопрос нет. И раз. Люди кайфуют, иди. И... Это не мои друзья, я, они не рукопожатные. Еще раз давайте. Вот 8. Раз. 2.
Ты на левую ногу встаёшь, переносишь тебе весом на руках, выходишь через зрительно, да, в сторону и на себя. Понятно? Плюс-минус. Плюс-минус. Давайте еще раз 8. И раз, расселились. Через зрительно 2, так, 3. Хорошо. Соединяем еще раз быстрее. Или не быстрее. Ну, да, попробуем. Быстрее. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, и, два, и... Ну тут тяжело, по-моему. Тяжело. А ты знаешь, в конце это все мое, да? Вот это вот, чтобы модным быть. Если вот это покинет, то убирайте, отписывайтесь на вот это. Все, кто подписался, отписывайтесь на вот эти вот видео, убирайте. Типа вам реально нравится и интересно. Ты че как вы че, это ненормально, прям увлечен, смотрите, мне прям нравится. Прям кайфует, вы че ебанутый, это ваш кумир нахуй. Ваня, не жужжи. Я не жужжу, братан, я по фактам все говорю. Сидит там, да, говница немного. Да не, это все там, вообще мы угораем уже про Кошенцовых еще. Да все, Саш. До сих пор, типа шутка не просто. Ладно, Лиза, ты типа надо купить мишмитный. Ну блять, нахуй, от Бога не ожидал. Ответьте за базар, вы не сможете поднимите, что кей-поп танцует, что вас не ебёт, нахуй. Давайте от прям кайфует, сука. Я не могу это поверить, нахуй. Два. Это понятно? Да. Так, стоп, вот мы встаем, вот так, да, потому что вот эта рука у нас уходит, да, а вот это, когда мы ставим, это уже вот так, да, выходит вот так. Вы её со спины выворачиваете через зрителя от себя и на себя. А почему у нас зрители? Это, типа, ну, для зрителей я говорю то, что... Ну да, это важно, потому что там время занимает. А что это жесты означает? Это надо, типа... Ваня! Смотри мне в глаза. Так хуй сам. Я могу вот так вот барить, типа, если вы на меня... Чё ты говоришь? Ну да. В принципе, люди поймут своих кей-поперов. Ну что ты шляпа там? Перерывчик на водочку как будто бы просится. Вы будете? А можно, да, попить нормальной воды? А какой именно нормальной воды? Убрать именно телефон с музыкой на диван куда-то? Типа так? Ну, что хоть лезу. Типа куда-то сюда? Вот так? Так норм? Вот теперь, когда я разговариваю, слышно? А музыку слышно? Все, кайф. Ребят, ну я правда стараюсь, но походу не мое. Все, ты молодец, все. Плохому хорошо. Танцору. Все, найс, окей, тогда будем так. Сань. Что? Ну что, плачет? Да ты там мамка нахуй написала про пара-пара-пагу на танцу, блин. Че, тебя танцевать запрещает мама? Да мама говорит, что у меня всех андроз, это вообще не для меня. Вы когда готовы, скажите, что хоть. Да, сейчас. Саша, сейчас. Так, ребят, вот я реально, ну не понимаю вот эти ваши кей-попы, шмопы. Меня пацаны просто не поймут. А Вова увлекся так, как будто ты стал нерукопожатным. Чего? Нет, я не говорил, фух. Походу просто пьяный в хуйню сморозил. Не обращай внимания, Вов. Полан, ты кайфанул с танца? Кого? Ты мне ответь на вопрос. Ты кайфанул с танца? Да. Это еще не все. На сколько из 10 бальный? Если честно, 7. Почему 7? Ну, чего не хватает? Чего не хватает? Самбо. Ты хочешь драться? Нет, Вов, мы не дуремся, мы друзья. Бывшие. Саня, вот ты говоришь, что ты играл в парапа город танцев. Знаешь, что я тебе скажу? Ты ебаный позер, нахуй. Потому что ты с нами сейчас не танцуешь. Понял? Я ебал Волгород парапа танцев. Спасибо маме, нахуй, что она меня сдала с потрохами, я вышел из этой гадости. Дизлайк. Спасибо маме, что вышло, я начал в Perfect World Dislike. Играть, ёпта. Спасибо маме, я начал в Perfect Dislike. World играть, ёпта. Dislike. Точить свои нахуй мечи, Dislike. Ёпта. Точил свои мечи, нахуй, и прокупался и стиль на аукционе, нахуй, ёпта, за золото, ёпта.
Давай, ну, давай, так. Иди добудь мне железо. Это ее личная рюмочка. Ну да, видно. Она с собой принесла. Кайф. Ну я, в принципе, готов. Я вообще, кстати, не устал, что удивительно, хотя двигался уже сколько. Саня, вставай, пошли танцевать. Конечно, идите танцуйте. Вы думаете, Джон Гарри, Ворм Гэнгер вот это увидит? Че, вы думаете, мне респект кинут? Нахуй, сами танцуйте. Окей, ладно, чат, вы хотите, чтобы Саша тут сидел или чтобы он с нами плясал? Мне или чтобы он домой поехал? Да. Или могу домой поехать. Плюс чат, если танцевать, минус, если нет. Да не, на самом деле, ребят, без пизды меня реально в моменте въебало всех андроз, то, что я пошел даже пописать, и у меня прям даже дышать было тяжело. Не, мне именно прям, ну, тяжело двигаться с вами, реально, потому что я не спал сутки, извините меня. Ну тут 50 на 50. Извините меня, реально, я не хочу. Чтобы домой. Я не хочу без пизды танцевать. И вот эти шутки, то, что я там выдумывал, что меня пацаны на трапе не поймут. Не, типа, может, это какая-то и правда, но на самом деле больше того, то, что я не спал сутки, мне тяжело. Много. Он пьет уже вторые сутки. Погнали танцевать кей-поп! Так, а девушка, как вас зовут? Меня? Да. Марго. Да. Представляете, они мне запрещают спать нахуй и еще издеваются надо мной. Жаль. И еще с вами станцуют кей-поп, прикиньте, то есть... Типа, ладно, вы девочка, вам-то типа позволено, с вас спроса нет, с Лизы спроса нет, с Владоса спроса нет, потому что он пизды дать может, если ему предъявят. А с кого спрос есть, получается? Так ты на 7 из 10 оценил, Вов. То есть ты кайфанул, ёб. Ты кайфанул с кей-попа, ёб. Да, я не могу не понять. Я как создатель шпаны не могу понять этого. Ладно, ты создатель, братан, ты создатель. Все, я беру все слова назад беру. Ты создатель, ты провел Владу свет в будку, а Влад мне. Все, вопросов никаких. Я готов. Правда, все движения уже забыл. Давайте. Марго, ты у нас сколько? Мне вроде на час говорили. Ну да. Тогда нам нужно учить быстрее. Да. Влад. Хороший. Ребята, мы сейчас сделаем из Влада айдола. Типа, кей-поп это же девчачий прикол. Я вот то, что Лиза танцует, и то, что танцует вот танцовщица, которая пришла, а это свэк, я считаю. Но все равно. Все, меня... не пизди, а! Все, я молчу. Нам нравится. Гомосексуалист. Да, реально. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. И раз. И два. О, я сделала идеальный наводка, но я впервые. Вот, девчонки, сейчас было отлично, молодцы. Делайте клип. Девочки, респект. Вот, вот это реально было красиво. Вы так синхронно сыгрались, как будто вы, вот вам надо Инчанчуков заменить. Круто. Вам надо танцевать. Я тоже меня... старался, блядь. Да, братан, ну я не могу тебя оценивать, ты ж мужик, пацан, ёп. Пойдем тебе было, пизды, круто, было круто, было круто, было круто, было круто. Как ты оцениваешь мужиков? Тебя надо ебало разбить? Нет, девчонкам респект. Вам нахуй деньги. Дальше. Сейчас, сейчас. Ура, я не люблю, кстати, танцевать. Да? Не, на самом деле, без приколов. Извини, еще раз. Маргарита? Влад, как Маргарита? Маргарита и Лиза, вы реально как будто у вас реально есть свэк. Вы как будто реально вдвоем у вас реально пиздец получается очень круто. Но я искренне переживаю за своих парней, что о них подумают в интернете. Ну какой кей-поп? Респект, мужики, не стесняются себя. Мы занимаемся спортом, развиваем свою растяжку, танцуем, мы крутые, да, а этот бухает. Да я лучше въебу нахуй 300 паяводки, реально, но это не хуя. Дизлайк. Что, спорт это круто, безусловно, но не кей-поп спорт, извините. Как, вот, как пацанская тема может называться кей-поп? Вот называлась бы она кей-гриндер, я бы тогда понял хотя бы, как какой-то смысл был. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 1, 2. Косплей на Меган Фокс. Дальше. Ой, я не обжегся и никого, никогда так не делаете, ребят. Это может вам навредить, пожалуйста. Никогда так не повторяйте. Так, подождите, первый шаг какой ногой делается? Правой, который пишешь. Все, запомнил почти. И 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И раз. И два. Встали. Руку вели, да. Дальше у нас три шага. I'm star,
Что в телегу? Так, так, стоп. У нас на месте, с левой ножки. Нет, это не особо принципиально. Там, ну, давайте. Бок с левой. Бок и на месте. Да. Ага. Еще раз. Три шага просто. Раз, два, три. Например, три можно потянуть. Еще раз. И. Раз, два, три. Да. Руки, пальцы. На себя, сюда. Да, на себя показываем. Раз, два, три. На каждый шаг. Да, на каждый шаг. Раз, мне, два, мне стыдно, три. Что мне объясняют отдельно еще. Ну, нет, ничего страшного. Да ты просто более как-то так попроще, а я прям вот конкретно говорю. Да-да-да. Больше энтузиазма как-то, как будто. Ладно, ничего. Блин, мы же антикор запишем. Да. Да. Давайте отставим. Раз. И два. Поставили. И с левой. Раз на себя. И все. Видно. Ага. Два. Три. Ноги прямые, как бы сгибать а не как? Надо. Подожди. Раз, два, три. А да. Мы раз, ёх, два, три. Мы да. Соединяем все, окей. И раз, два, три. Понятно? Да. Давайте еще раз вот восемь с этой части второй. И раз. Ладошка к полу. Ладошка к полу. Раз. И два. Поставили, приготовились. Три. И четыре. Ну да. Три шага. Главное три шага сделать. Запомнили? Да. Давайте соединим сначала. Просто. И пять, шесть. О, слушай, давай заново. Все, все, все. И пять, шесть, семь, восемь. Уходить не надо. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. И раз. Ой. И два. Если вам дует, скажите, я закрою. Не-не-не. Мне типа не холодно, я в тепле. И я за вас переживаю. 4. Дальше правую ножку. Бук ставим. О, Господи Иисусе. За ворот. И на попу. Блин, на поясницу. Автор. Две руки на позу. А, нет, надо. Еще раз давайте. На шагов. Раз, два, три. Правая, раз. Руки опустили. Развернулись и левую подставили осторожно. Да, еще раз, что-то расстал, пиздец. Давайте носком, просто ужас. Поднимайся. Я устаю, я встану. У меня вообще все, я говорю, мне. Давайте с шагов. И раз, два, три. Правую завернули. Проворот, и вот здесь левую подставляете. А, чтобы, да. Стоп, что? Смотрите, еще раз, просто. Ну, чтобы не упасть, короче, блядь. А, поднимать надо еще. Вот. Я покажу. Давай. Смотри, чтобы не вот так вот закрутиться, а чтобы вот остановиться, да? Еще раз, вот правой ножкой за левую разворачиваюсь. Вот на спине. Да. И давай еще раз. Встали, хоп, прокрутились, стоп. И левой еще раз делаешь. Шаг, топните. Вот ну, сюда. И смотрим. Во время прокрута. Да. Смотрим на камеру и поза такая. Опа. Да. Соединяем. Только левая ножка чуть впереди. Да. Поза. Еще раз. Там дальше интереснее будет. Блядь, мы потом будем просто хуярить со льдухи в воздухе. Не-не-не. Ладно, давайте заново все соединим. А, прям поминаем, да, прям заново. Пять, шесть. Семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и раз, и два, встали, и старт, три шага, и потом, руки опустили, проворот, и встали, еще раз, шагов. Блять, вот шаги, сука. Не, давайте отсюда туда восемь соединим, и раз. А, стоп. Давайте еще раз. Восемь. Раз. И два. Встали. И раз. Два. Три. И четыре. На четыре давайте уже ножку поставили и руку поставили на поясницу. Да, еще раз. Раз, два, три и четыре. На им у нас проворот. И на четыре встали. На земле кружится, ребята. Да, кайф. Еще раз. Отсюда. Раз, два, три. И семь, восемь. Раз, два, три. И четыре.
Хорошо. Запомнили? Да. Соединим все сначала. Не-не-не, бля. Что, пошла, ты тебя ёбнуть? Да нет, Лодос, вот знай что, Лодос, вот я вот, и вот я, а пацанский тебе респект за кей-поп, за то, что ты охуенно танцуешь, и ты видишь в этом только раскачку и растяжку бицепса. Респект. Типа, ты просто пацанский тебе. Оцени на 0 из 10, как пацан, потому что, ну, блядь, типа, это девчоночный человек. Типа, девчонкам респект, вот тебе большой респект, лишь тебе, вот просто... Пацанячий 10-10, респект, ты просто кей-поперша 10-10, Маргарита, блядь, вы тоже очень Саш, лучше делаете. Понимаешь, если уж делаешь, надо делать хорошо. А можно вам видео показать? Ты же не начинаешь ебаться. Бля, без шуток, я без шуток. Сука, я же говорил. Без шуток. Говорил. Я сейчас реально... Понравилось. Все, беру свои слова без назад. Шуток, видимо, я сейчас Лодос реально сейчас изданулась о пол головой, прям со всей силы. Ну, иди посиди, реально. Надо холодное приложить. Я прям упала, вот я прям расставила. Да, ты, Лиза, ты шаришь, что ты в кураж вошла, тебе реально, ну, типа, ты прям реально кайфуешь, типа, тебе уже на стрим похуй, я как думаю. А еще что мне реально нравится танцует сейчас? Бля, Марго охуенно делает. Забеги Марго к себе на коллабу, слышишь? Бля, Марго, я люблю Марго. Все, запишите контакты телеги, делайте еще что. Приложи больше. Не, вообще похуй, Саш, я, смотри, стрим, я тебе покажу. Я с Марго теперь танцевать буду всегда. Все. Давай. Давай. Кто? Реально? Поляма, ёпта. Да. Вот это делай. Мы вот это делай. Ребят. А давайте шутки-шутками вам на концерте у Юга это исполним. Реально? Да похуй. Хорошо. Давай, реально. Ну а сделаем? Марго, ты в шпане, поздравляю. Вообще кайф. Ребята! Твич нет. Сейчас сделаем. Ладно, мы сделаем это. Вот его вперед, пожалуйста. Пожалуйста. Давайте все назад. Я реально за вас переживаю, если вы заболеете. Дуть просто пиздец. Мы тебе наденем линзы еще как корейские. Чуть-чуть типа это. Глазки. Бля, чуваки, я мне разочарован. Да. Я не пойду к Югу на концерт, потому что, ну какой... Кайф, все. Юг нахуй не захочет. Захочет! Да. Что ты... Юг, скажи! Ты знаешь, что как делаешь? Знаешь, как делает то, кто боится и стесняется, Саша, блядь. А, хорошо. Знаешь, то мужики? Есть, если я сейчас ебану кейпом... Ты теперь себе завидуешь нам. Чат, вы вообще крутые. Дальше то же самое скажи, если хочешь обзываться. Только не надо, блядь. Марго! Бля, Саш, знаешь, что вот без обид? Я понимаю, ты бы хоть в чем-то преуспел, блядь. Не знаю, спорт тебя в каком-нибудь, блядь. Скажи, скажи честно. Ну скажи. Просто, блин, мне реально тяжело сдаётся. Я, знаешь, типа, готовый себя строю, сижу, типа. На самом деле, вы реально все молодцы. Чат, я не знаю, может быть, там Саша негативил. Я не... No negative. Нет. Я к воде, ловушка. Чат. Чат, no negative, only positive, vibe. Сиди, у тебя первый раз лоб нахуй от кайфа покраснел, ты походу реально кайфуешь. Мне очень жалко. Лоб на ушко. Так, слышь, Вован, а ты танцуешь, потому что, ну, типа, девочка реально хорошая, тебе понравилась, или ты реально кайфуешь от танца? Я просто пялюсь на ее жопу, притворяюсь, что танцую. Сука, если так, то, что я там говорил на тебя, забудь. Просто я говорил то, что я видел в тебе кайф, понял? Думаю, ты реально кайфуешь, что кей-поп. Бля, жарко. Респект, очень. Вован, респект. Респект. Все, походу... Походу Мафаня проиграл ее. Мафаня именно от танца кайфует. Ну, потому что у него жена есть любящая, он ее любит, он 100% ни на кого не засматривается. А ему прямо именно от танца кайфует. Блять, просто я не знаю, что мне делать. Просто убейте меня, нахуй, GTA 5 RP. 8. И раз. И два. И встали и приготовились. Раз, два, три и четыре. Четыре уже стоит. Вован, сука, делай, ты держишь планку, братан. Это надо так, сука, ты делаешь. Саша, подарка, реально, он сначала возьмет. Держишь планку, там всегда говно. Но догоняю. Давайте со второй части еще раз. Вот 8 мы пришли. 8. И раз, и два, и раз, два, три, и четыре. То есть вы на правой ноге скорее прокручиваетесь, справа бум, лево поставить. Hey girls, Липтин, Aqua Girl, it's your. Я знаю. Саш, а зачем ты красишь губы? То есть...
Ты хочешь сказать, что накрасился? Да, конечно, посмотрите, он держит помаду, он красит губы. Лиз, давай вот начнем с того, что я тебя поддерживал в твоем танце, говорил, какая ты клевая и классная. Спасибо, Саша. Я же не говорил гадости про тебя. Тебе очень идет эта помада, блин. Дайте на ушко скажу, иди сюда, на ушко тебе скажу. Мне кажется, после того, как вы забыли на эту женщину, он реально жестко старается, не потому что ему нравится танец, а потому что он хочет, чтобы не пизди хуйню, вы врали. Обратил на нее внимание. Нет. Так я уже обсудил, ты слово, ты дура, я знаю, знаю факты, блядь. Понимаешь, о чем я? И что, ты в ком ты разочаровалась, скажи? В тебе, нах ты мне сказал! Чё, как я могу разочаровать людей? Давай я сижу, дальше. Просто водку пью, давайте блядь. Давайте дальше. Хорош. Бухай, брат. Бухай. Давайте дальше. Не сдавайся. Да что, Саша, ты поступил как Матвей в серии «Беременна в 16». Матвей Мотя хуй меня на нейроки кинул, я пошел нахуй. Серьезно? Да не, он мне помог на самом деле. Погнали. 8. Пришли со второй части. И раз. И два. И раз. Два. Три. И четыре. Дальше, сегодня я бухаю сколько сухое. Хочу и сколько да хочу, ёпта. А завтра всё, что? Вот, клянусь. Вот надо. Мы стояли вот так, да, вы стояли вот так, и вы на правой ноге стоите и вверху поднимаете. Вот так. Левая рука. А дальше? Буду так долго стоять. Нет, там недолго, там сумно. Не могу больше. Ещё раз, вот вы должны три, и четыре, и раз, и дальше бум. А дальше четвёртый. О, наконец-таки моё оно. И тверкать, реально? Да. Стоп, я не буду тверкать! А подожди, как ты тверкать? Давайте еще раз там чисто трясти или прям там, тверкать? Ну не сильно, там, я не знаю, короче. Рука правая поставили, левой вы бьете будто бы. Пам-пам-пам. Или у меня привет. Ой, потом дорисуют вещей. Сдуй мне вот эти дикие пупыры научили, знаешь, что делать? У вас поясница наверх идет. Блять. Чуть-чуть присели, вы помогаете коленями. Подождите, Маргарита! Нет, нельзя отвлекать. Да, короче, нельзя отвлекать. Маргарита, объясни мне, как показать сердечко, чтобы я на всю жизнь запомнил. Ты делай, я не буду. Такой. Указательные пальцы. О, хоть у тебя. Мой папа! Дисплас, кстати, как там. Ну все, тикток на миллион посмотрим. Стримы нахуй, да? Я теперь в МК выхожу. Давайте со второй части 8. И раз, и два, и да нет. Раз. Мне кажется, два, у нас новый шип, три, друзья. Мне кажется, у нас новый шип. Четыре. Марго плюс каша. Знаете, что равно? Кадо. О. Это я в чате прочитал. И вам? Это не я выдумал, не сам придумал. Смотри, не, вы не... ногу сначала подняли, мы подняли, и мы сразу в позицию. Нет, вот сейчас, чтобы видно было. Ага. Подняли, и потом... Прыгивайте, чтобы он не упал. А, сразу, да, еще раз. Давайте по воротам. Бум. И четыре. И четыре. Наверх. Пять. И шесть. Шесть сразу. Нет, внесите, прям выпрямляйте руки согнутые, да. Ага. И чуть-чуть наклонились. И через колени, через прыжок, поясница наверх. Раз, кей-поп танцевать будете, никогда вот таких тачек у вас не будет. Влад, я буду так просто делать, что нормально. Не, просто чтобы не... Так, ребят, по комфорту всем, по холоду, заебись всем. Я просто только за это переживаю. Отлично, Саш, вот. Все хорошо, девочки, у вас спросили. Мой друг Владик босоногий, у тебя все хорошо? Да, да. Все, кайфуйте. Я закрою окно, потому что вы просто на энергии не чувствуете этого. Нет, Саша, ставь, пожалуйста. Лучше Саша жариться и умереть, чем заболеть, Лиза. Ты и так кашляешь, Лиза. Мне я Рома... не кашляю! Не, Рома, Саша! Наверх, Лиза, наверх. Да, пожалуйста, оставь. Не, Рома, скажи спасибо за то, что я тебя нахуй засейвил, ёпта. Ну, блядь. Встала, вышла, нахуй, массаж ног всем сделал. Все, можно заново. Все, фул, да, сначала. И... А, шесть, можно заново, да? Заново, я забыл начать слышать. Правые, я так хорошо не понимаю. Да. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я тоже хочу, и я хочу вот маленькие черепы, и вот, которые вот как будто вот из магазина купила черепы. И только придите обязательно, вы выставили раз, сладкие, сладкие, чуть сюда. Только вот такие хочется маринованные попробовать, но таких я никогда не пробовал. Раз, два, три, это прям быстрее. Раз, и два, и раз, два, Саня!
Ай! Сгоняй за дейсиком, от меня пасет пизда. Да, да, конечно, босс, вообще мне не впадло. Я чё, я не шестерка, я просто схожу тебе за дейсиком, что я просто схожу тебе за дейсиком, потому что ты переживаешь, что Марго узнает, что тебя пахнет. Я бы поступил точно так же. Схожу. И раз. Четыре. Дальше наверх. Бум. А когда отверкать-то? Отсюда. Так. Раз, два, три, четыре. Так, просто попрыгайте и наверх попу. Опа, поясница. Я отверкать хочу. Отверкай. А ты хочешь сверху? Нет, слушай. Я как бы в этом не специализируюсь. Сейчас. На, брату! Конечно, вырезали. Перцовка? Не, так. Сейчас босс там, сейчас Марго ему ред флаг въебет нахуй за акс шоколадный. А шоколадный акс не тоже. Это Эндер Саваш? Я, видимо, осталась... И запах очень запоминаешь, что мне нравится. Да, я, видимо, осталась в 2019 году, когда акт считался... Ради этого панча я готов, нахуй, 5 этажей вверх подняться. Ради этого панча я был... Вот, слышишь, вот ради этого панча я был готов даже на 7 этаж подняться. Да мне на самом деле нужен был дезик. Это было ради панча. Я уважаю нас. Я уважаю нас. И знаешь, какой у нас теперь новый шип? Саня бомба и каш бомбы. Каш бомбы. Каша. И бомбы. Ну, а, типа каша и бомбы. Каша это будет или каша. Все, танцуйте кей-поп, продолжайте слушать. Каша. Саша. Бля, иди нам. Рыгает, воняет? Нет. Не воняет? Да, вкусно же пахнет это танцы. Да, да, вкусно пахнет. Но, бедности пахнет. Да, не, ну хорошо, Dior Sauvage тоже вкусно пахнет, но он хайповый, зафоршенный, извините меня, ёп. Девочки, вот вы вдвоём, что скажете насчёт Dior Sauvage? Ну скажи, мерзко пахнет? Ну... Ааа, ей не хорошо, а Dior, окей, хорошо, Dior Sport? Нормально. Хорошо. Хорошо, Марго, Tom Ford, табак ваниль. Да ты единственный, знаешь, сука? Сигареты? Том Форд, сори, он ней, который белый. Я хожу. Я наверное потом выйду. Отдохи эти человеку пауку, маленький. Маленькие фили, блядь. Знаешь, принцесса. А, ну все, нормально. Кайф, кайф. Так табак вонит-то вам за нормально, что? Да, табак вонит. Все, хорошо, ну все, еще и актуально, значит. Еще не пора на пенсию, да? Да похуй, ах, слушай, на пенсию. 5, 6, 7. 8, и раз, 2, и 3, да? 4, и 5, 6, и 7, 8, и раз, и 2. Ну нет, там вообще нахуй не черри были, вообще 2, не похожи ни на что, это безвкусные просто. 4, я поел 5, эти, блядь, маш помидорки, 6, нахуй, и, блядь, я их просто высрал, нахуй. Я подумал, что это кровавые ошметки из моей жопы, и загнался даже в моменте. Но потом вспомнил, что я ел помидоры, и расслабился. Я думала быстро надо просто. Не. И раз, и два, и три, и четыре. Да. Че, он под музыку говорил? Гоу. Давай. Прям быстро очень. Ну давайте сейчас подсчет побыстрее два раза и потом под музыку. Да, давай. Ой, трудно наоборот под музыку применить. Карк! И 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Опа! Опа! Увольнение! Еще. Это не женщина. Это не какой-то там шип, шмып. Это мужское правильное уважение, понимаете? Я пожал руку. Потому что я уважаю Рому. Нет, верх не делаю. А не потому, что я там типа какой-то там нахуй, понимаете? И 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, и раз, и два, и раз, два, три, и 4. Блин, это очень быстро. Да, там прям поворот. То есть я вербально, когда просто с Ромчиком нахуй петюхи отбили, то что он мне догнал охуенную нахуй рубашку по дому. И просто решил ей дать, потому что Рома сейчас нет. А искреннее желание было это сделать? Куда мне это искреннее желание девать? Все, не ебите мне мозг. Давай, Слава, вот он веркать уже прямо у тебя. На лице. Let's go. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз,
Hey. Два. И. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. И шесть. И бум-бум-бум. Еще раз. Так, подписчики, а какая шапка лучше? Чтобы я вот в этой шапке сидел. Или вот такое, смотрите. Это даже, по-моему, либо в темп, либо нет, такой. Ни о чем песня. Окей. И все живы. Да-да-да. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, пишите, шесть, коричневая семь, восемь, или раз, ушанка? Два. И раз, два, три. И бум. Блядь. И наверх. Коричневая и или ушанка? Один, раз, два, я не понимаю. Два. Я путаюсь в цифрах. А, не получается! Давай под музыку! Давай под музыку! А извините, а вы смотрели фильм «Шаг вперед»? Да, я похож? Смотрите, смотрите, смотрите! Представьте, что здесь лужа, а лось, лось? Я похож на лося? Давай, давай! Ну почти, слушай, ну... Только это если что, трав танец! Трав танец! Давай брейк-данс попробуем! Это вот кусок из него отвалился! Да? Да! Где кусок отвалился? Да, вот, вот! А, да, ты жопик курил немножко. Давайте паузу немножко. Да, мне кажется. Окей, окей, окей. Не, мне кажется, Владик уже давно пора у тебя паузу нахуй сделать в этом деле. Ёп, мне кажется, ты увлекся дохуя слишком. Слышь, братан. Кажется, ты забыл про братков. Да, мне кажется, слышь, пацаны больше на студии больше не выкупят наш линго, ёп. Мне кажется, все, Илюха больше нахуй не примет нас в студии записывать. Я сделал трек под засэмпли BTS. Братан, 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 братан. Я его нашел в доме вообще. Чего? Он ушел наверх и делал заказ. А можем какой-нибудь отказ замутить, чтобы вообще, или как-то меня кропнуть, чтобы меня вообще видно? Потому что, пацаны, знаете почему? Вы видели Инчандюга? Вот это, как их зовут вот этих кей-поперов? Именно, любых похуй поебать, самого популярного. Чангук, Чимин, Чангук, Чимин, вот эти, которые карточки вот эти нахуй собирают, ёпта. Я покемонов нахуй собирал, а они, сука, блядь, китайцев собирают, нахуя? Это Южная Корея вроде. А, корейцы они? Да. Ну, типа, я, блядь, сука, покемонов собирал, нахуй, Человека-пауков, нахуй, а они, блядь, собирают, нахуй, вот это. Я не понимаю, в чем свэк-то, блядь. Ну, они поддерживают артистов. Я вообще не понимаю. Типа, я думаю, я на самом деле, знаете, что думаю? Просто поступить в Корею, в какой-нибудь факультет по кей-попу и, нас, и выебать вас нахуй, и стать круче, и просто один здесь разъебать всех. Давай. Ну. А включи мне, включи. Давай, включи мне. Включи мне какой-нибудь кей-поп трек. Я сейчас один разъебу сейчас. Все, давай. Давай, я включи мне один кей-поп трек, я сейчас всех разъебу, просто докажу то, что... Вот давайте откат ситуации сделаем, пацанам не будем скидывать то, что я танцевал кей-поп. Я просто откат ситуации сделаем, но я вот вам обещаю то, что... Я ебану круче всех, давай. Но с одним условием. С одним условием, то что эта хуйня забывается. Танцуй! Эта хуйня забывается. Давай, давай, давай. Все, эта хуйня забывается, пацанам мои на судьи не скидываются. Да, давай, потому, давай. Что, кажется, давай. На... потому что мне кажется, сразу у меня запись. Токси, суки, братан, у меня запись на 200 рублей дороже станет. Давай, давай, давай. 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 Так вот, давай, жопа. Подержи. Нет, мне нужен прям вот. Прям с дропом просто, чтобы я прям на голову нахуй встал. Крак! Там это было. Нет. Mm-hmm. Нет, это прозвучало, как будто бы. Ну да, но не, не, но нет. Это так просто похоже. А, братан, за кей-поп тебе респект. Давай, иду на дудку. Респект. Давай, Саня. Делай. Блин, у меня тут ёла татуировка набитая, я кей-поп танцевать буду. Вы че, ебанулись? Саня, делай. У меня будет тоже ручной кружочек. Та-та-та-та-та. Вот этот, мой любимый. Мой любимый. Включи. Ра-па-па-па-па-па-пам. Поняла, что ли? Да, поняла. Сука, я вообще тебе напел, блядь. What the fuck, bitch. Нет, это другой. What the fuck, bitch. Рам-па-па-пам, рам-па-па-пам. Все, да. А знаете, какой я хочу какой танец? Вот этот. Когда я фенечки плел в школе, там какой-то на Евровидении чувак в период жизни выиграл. У него такая песня еще была. Ра-па-па-тунайт. Ра-па-па-тунайт, блядь. Танцуй. Танцуй, Саша. Да, нет, Саша. Ну иди танцуй. Пацаны, вы гоните, у меня ёлу набит, я не буду. Да иди уже, блядь. Асихандрос. Вот ты сначала сам предлагаешь, ты сливаешься, блядь. Все, у меня лимфоузлы замялись, я не могу снять. Тихо, включай. Все. Вов, если ты со мной, меня поддержишь. Иди, Саня. Нормально, нормально, нормально.
все, пацаны, YTG, Вязники, Светогорск, Ты самая дешевая стриптизерша, блядь. YTG, Светогорск, Вязники, не обессудьте. За косарь, блядь, приват сделала, блядь. Давайте последний раз повторим, давай, и все, и в расход получается по времени. Да. Спасибо. Саня, все, не отвлекай. Все, я не отвлекаю. Последний раз ебашим, и сейчас идеально сейчас. Давайте просто сначала отработаем, что мы уже знаем. Да, 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 давай, отработайте, только вот эту хуйню удалите из интернета. Которая именно со мной в моменте. Потому что пацаны меня не поймут. У меня тут набита ёла, а я вот эту типа, блядь, хуйню. Короче, я уже не рукопожатный, походу. Все, я уже все проебал, долбоёб. И два. И раз, два, три. Как мне стыдно перед пацанами еще. И пять, и шесть, и твёрк. Вроде легко. Нормально, давайте. Только ты быстро. Я вообще не ебучу её сделала, сейчас просто как-то собрала автоматизм. Так, тихо. Я молчу, можно. Я боюсь, что ты говоришь. Саша, она сейчас выложит. Сейчас сразу под музыку, да? Да. Нет, я тебе тут вина. Нормально, ждем. Терпим. Сейчас будет. Пока терпим. Готовимся. И... Нет, да. Это очень быстро. Это слишком быстро. У меня мозгу не хватает. Еще раз. Ну, как будто можно под этот дроп еще раз попробовать. Надо дрочить еще. Вы слышали? Сейчас, подождите. Просто послушаю. Вот тут сейчас. Раз, два, три. И пошел. Да-да. Three, two. Это там прям. Это когда вот. Three, two. И Queen. Пост, телеги, чекайте, братва. Рассудите по фактам. Все, помню. Я не могу, потому что слишком типа дохуя угара всех мужиков. Ну, короче, мне вроде друзья меня начинают заебывать, я просто так сижу с ноги. Ну, это пиздец. Я смотрел вот это вот сделал. Да, я тоже, я не смотрел. Что за хуйня здесь стоит? Короче, еще я себе сегодня решил, да, продолжил сегодня себе пить, прямо так, сколько я захочу. Да. А завтрашнего дня. Ни капли в рот, ни Саня, капли Саня. В жопу. Саня, репост. Блядь, как ты, блядь, у меня грибок нахуй с этого пола, блядь. Давайте. Блядь! Еще раз. Это слишком быстро, блядь. Давай. Блядь, я позорился. Нет, я айдол, не важно. Мы сможем! Вы сможете! Мы не уйдем отсюда, пока мы не выучим! Нам нужно поставить. Мы реально должны. Должны. Соберитесь, тряпки. Да блядь! Да блядь! Собраться. Будем делать, пока не получится. Может, будем. Нет, мы знаем, сделаем. Просто очень всё, быстро. Да, да, сука, мы сможем. Давайте последний раз, все или ничего? Нет, все, мы сделаем. Full focus. Окей. Понимаю, все или ничего? Все, мы сделаем. Давай, все, пошли. Что мы сделаем? Так, не спеши. Давай. Давай. Сколько смогли? Давайте сами. Давайте. Я включу. Сами? Да. Я все, я забыл. Я тоже. А как? Ладно, мы попробуем сделать. Давайте. Влад, давай ты вперед и веди. Влад, айдол главный! Блэкпинк это не Лиза, Лиза из Блэкпинк. Нормально. Блять, мы уже проебали, все, мы уже проебали. Начало, главное, пафосно было. Это там просто потому что... Ходить мы умеем. Не успеваем. Кайф.
Блядь, это тяжело. Вот там вот слышали, да? Стар, 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 я сейчас себе хуй оторву! Я сейчас наебашу кому! Не получается! Я сразу толкнул просто! Ну все, забейте хуй! Ладно, мы дальше сами порепетируем, но мы базу помним. Ну мы, да, мы пытаемся. Да, репетируйся. Спасибо вам большое! Спасибо, преподаватель! Спасибо большое, Монголы! Самый преподаватель! Прорекламируем Марго, чтобы к ней кто-то записывался за один год. Давайте. А как, у тебя есть что-то, кроме номера телефона? Телеграм, Инстаграм, ТикТок. Можешь Телеграм показать QR-код? Сейчас, давай. Можем еще показать запрещенные мета на в нашей стране запрещенную... Запрещенный Инстаграм, мы можем ее показать, только учтите то, что эта соцсеть заблокирована в нашей стране. Да, помогите. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну вот, большое вот это. Вот, записывайтесь на индивидуальные тренировки. Только, Марго, будь готова, Марго, будь готова к гадостям и всякой фигне, потому что там очень много неадекватов. Сделай поменьше яркость. Сейчас, сейчас. На телефоне именно. А это не, это фокус просто. Не-не-не, это надо яркость поменьше сделать. Блядь. Сделай поменьше яркость на телефоне и все. Прям на минималку поставь. Ну, примерно. Чтобы чуть было видно, должно быть. Да, да, о, давай, да, давай, поебать. Это такой крышка. Марготка, канал. Есть кому отдать, если что. Супер, советую. Спасибо большое, а можно сфоткаться? А с кем именно? Со всеми хочу. Саша, вставай. А давай, пусть она сфоткает в экран, с логовой будет, нет? Стой, нет. Ты, давай мы все встанем, а ты сфоткай туда, это будет круче, потому что там цифры видно, ёб. Саша, ну что ты гонишь? Давай, давай. Да не, ну типа, вот знаешь, когда хозяева забирают стрим там, типа какой-то, и какой-то чувак, знаешь, вот так фоткает через хозяев. Это ж свой. Свой. Все, Пай, спасибо. И тебе тоже. Давай, мужики, я тебя обожаю. Лиза, мы должны поставить его. Все, Пай. Мы сюда сделаем это. Мы будем подойти. Фу, бля, я потом вонючка. Потом я сделаю. Спасибо. Так, осталось 2 часа. Чат, напишите, спасибо, Марго. Саша, сфоткайся. Что ты тупишь? Спасибо. Да я, блядь, с пацанами. Ты съесть хотел? Фу, нет, блядь, нет. Я вся мокрая, да, нахуй. Спасибо большое. Вот, Лиза, я тебе говорил, что за окно закрыли. Пока, пока, спасибо большое еще раз. Спасибо! Так можно сами затусить, что мы выгоняем? Саша, бля, ты... Трахаться хочешь. Да ну, долбоебы, я для Вовы, братана, стараюсь. Не надо, не надо. Пусть Марго едет домой отдыхать, и не надо это самое. Выставлять кухонку. Саш, а ты. Саш, ты сделал репост? О, или я сейчас стараться буду? Смешай. Какой Саш, репост? Серьезный вопрос. Какой репост? Да уж понижение пока. А, кружка? А, все, понятно. Саша, а? Я ругаться буду или ты сделал? Репост твоего канала? Именно видео этого одного. Ты же его не выкладывал, чтобы репостнуть. 2 часа назад. Блять, вот это вот, помнишь? Я у тебя еще приписываю. А, нет, я вообще не ебашу, я себе ебану его с твоего канала. Нет, нет, потому что я не человек! Бля, Саш, скажу, у тебя проблемы с памятью, как будто бы. Да, братан, я, блядь, сутки не спал, у меня проблемы с памятью, мы АФК. Мы тоже не спали с ну, памятью. Вы вот делами своими растряслись, у вас мозг заварил, нахуй, у меня сихондроз ебал. А, ты мы разные, ёб. Да, мы разные, нахуй. У меня сихондроз ебал, а вам кайфануло, походу. Ну, типа, вот. Без пизды. С тебя спроса нет. Тебе, ну, типа, ты pick me girl, тебе, типа, кей-поп идет к лицу. А ты pick me girl, pick me boy. А, типа, Владосу не идет кей-поп ни в коем случае. Чё ты с гандон пиздишь? Я для кей-попа был здесь, сока, стоял. Хорошо, хорошо. Владос, типа... Вы не готовы! Владос, типа, кей-поп от души, типа, ебашил, типа, танцевал, но вы не можете с него спросить, он вам пизды даст. А вот с Вовки уже, вот интересный вопрос, конечно. Потому, но Вовка обосновался, он сказал, бля, чувак, я на ее жопу полил. Я говорю, ну, братан, это некрасиво, и мы не делаем так. Нет, шутки шутками, я первый раз покрасился, потому что мне девушка понравилась. Которая предложила покраситься. Да. Ты какой покрасился? Бля, не помню, в ублюдский какой-то цвет у меня. Вообще на улице красили какой-то красный, блядь, черный. Можешь показать фотку, если есть? Не хочу. Он просто нам Эбба Бой! Тебе понравилось, Марго, что ты не спишь? Не, это не спишь. Мне понравилось. А. Чат, вам понравилось, как мы танцуем? Вы хотите, ну, чтобы мы так танцевали, ну, у Юга на концерте, ну, с Владом? Ну, договорись, я попросил это с полу. I'm sorry, I not adequate.
Да? О, все круто. Ура, мы не зря старались.